попугай на сосне среди шишек и кричит: всем привет. Рядом с нами сосна растет, и вот при большом зуме сначала я его услышал, потом увидел, и вот снимаю. Это ветер так сосну мотыляет. Руку я на месте держу. Давай, Кеша, еще что-нибудь скажи. Скажи. Это я ему знак даю. Он молчит. Давай, попугай, говори что-нибудь. Бай-бай всем.